Гуди, привет! Привет, Дэйв! Чем занят? ПВПшусь. И заодно придумываю комбо на леопарда. Я в Дорсе, тут второй этаж вышел. Пойдешь с нами? Нет. Давай Дорс без меня. Мне и первого этажа хватило. Ну ладно, тогда мы пошли. А с кем ты? С Кваном. Квану привет. И будьте осторожны там. Окей, пока. Пока, удачи. Давно мечтал о робуксах? Тогда заходи на Robai.gg. На этом сайте вы можете купить робуксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоит 296 рублей. Robai.gg имеет множество положительных отзывов, а это значит, что им можно доверять. А еще на Robai.gg вы сможете получить робуксы бесплатно, делясь с друзьями своим промокодом и получаете робуксы с первой покупки друга. Также на сайте происходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть кучу робуксов, выполнив простые условия для участия. Покупая робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. Круглосуточная работа сайта. Все это на Robai.gg. Ссылка будет в описании. Кван, это что, мы падаем? Точно падаем! Все понятно. Упали в шахту. И надо выбраться отсюда. Ну что, погнали. Проверяем полки и идем дальше. Тут выхода нету. Надо как-то открыть эту дверь. А для этого надо запускать генератор. На генераторе не хватает две лампочки. Первая есть. Ко вторую нашел. Готово. Можно открыть дверь. Веселье начинается. 101-я дверь. Для чего этот рычаг? Типа меняет рельсы? Что вторая дверь. Что третья. К вам, по-моему, мы не туда идем. Нету номера на двери. Да, так и есть. Пошли обратно. Вон, 104-я. Кван, где ты? Кван! А, вот! Опа! Кто-то идет! Вот ты первый монстр. Думаю, это Раш. Да, точно он.
что это за звуки? Мухи? Кусается скотина. 111-я дверь. Быстро как-то. Что это? Какой-то знакомый звук. Да, точно! Фигура! Надеюсь, он наверх не поднимется. Сто двенадцатая. Сто тринадцатая. Скрич? Отвали, ты не особо страшный. 114-я. Прячемся быстро. Где спрятаться? Где шкаф? Блин, что делать? Ладно, тут подожду. Будь что будет. 115-я. Кван, ты жив? Идем дальше. А, вот шкафы. Надо было вперед, а не назад. 115-я. Надо запускать. Вот первая лампочка. Ищем вторую. Молодец, Кван. Запускай. 117-я. Пластырь. Хилимся. 115-я. Это буква G, а значит монстр спереди. Значит, надо идти назад. Чтобы избавиться от него, надо дойти до конца. Что-то долго. Вот дверь. Все. 120-я. Скрич, хватит. Не балуйся. 115-й. Он создал барьер, чтобы монстр не прошел сюда. Что за монстр за дверью? Да ну нет. Это фигура. Ой-ой-ой, опасно. Идем. Прошли.
123-я. Чёртов дюб, не ту дверь открыл. Хильце не помешало бы. Звуки. Только Раша тут не хватало. Прячемся. Что с Кваном? Его давно не видел. Кван, ты жив? Хорошо. Пластырь в самый раз. Сто двадцать седьмая. Что за знак огня? Это газ? Сто тридцатая. Сто тридцать первая. Сто тридцать вторая. Опять ты? Раш идет. Прячемся. Сто тридцать четвертая. Сто тридцать пятая. Сто тридцать шестая. Сто тридцать девятое. Сто сороковое. Осталось 60 дверей. Неплохо. Нет, только не это. Сик, и ты тут. Кван, бежим. Да, вот дверь. Это не все? Может это? Нет. Блин, не допрыгнул. Падаю. Упал. Что? Не умер?
Хорошо, но сейчас точно не догонишь. Сто сорок седьмая. Сто сорок восьмая. Сто сорок девятая. Он все еще бежит за мной. Да! Путеводный свет! Не пройдешь, чертов монстр! Надеюсь, Кван уцелел. Ой-ой-ой, что это? Грамбл? О нет, только не ты! Кван, бежим! Этот дегенерат хочет нас съесть! Уф, пронесло.